Нас 20 человек! Помощь. Ой, слушай, хорошо ты этот раздербанил так. О, замечательный канал, все в эндуро. Раз. Спортсмены, подписывайтесь на Дениса Сумкина. Спасибо. Нога, нога, Паша. Блять. Больно, блять. Помогайте быстрее. Охуеть. Вот что, блять, с этим делать, блядь? Ну ебать. Сколько можно нахуй покупать эти ебаные лапки, блядь? Всем привет! Вы на канале Денис Сумкин Эндуро. Сегодня у нас прохват. Поедем с ребятами в Скурыгино, оно же Чернецкое. Там есть эндуро-трасса. Собирается у нас народу сегодня очень много. Человек 20-25 примерно. Надеюсь, все соберемся и поедем, откатаем. На последней покатухе я сломал себе крыло. Вот так вот сейчас оно выглядит. Заехал в Питбайк Клаб, нет моего родного крыла. Подобрали от ГР-8, вроде как должно подходить. Я его купил, но поставил, выглядит колхозно, конечно, сейчас покажу. Вот, выглядит, конечно, колхозно. Надо искать родное крыло. Но я его поставил, чтобы сегодня вот прокатиться. Чтобы не висело столько говна, на меня не летело. Утеплился я очень хорошо. Смотрите, какой я толстый, он на меня... 150 курток, кофт, потому что на улице 1 градус, довольно-таки прохладно. Ну, это нас не останавливает, мы как обычно поедем кататься. Ну а вам я желаю приятного просмотра, а мы поехали. У нас сегодня сбор на Потыпино, собирается довольно-таки много народу, как 20-25, как я говорил. Прокатимся, надеюсь, все приедут, никто не поломается. Будет интересно. Подожди, ты куда едешь? Я не думал, что так будет. Это актерская игра была. Да. Сегодня будет охеренный прохлад. Народу собралось. Собрал у нас 500 тысяч просмотров, как он спускается. Чёрт, только там не писали. И как мотоцикл ты выкинул. А, я новые ручки сделал, карп поставил новый, так что еще. А, теперь,
теперь нормально, в горки будешь заезжать, красава. Ну что, контент будем сегодня пилить? Ну, короче, потеряешь. Некоторые поехали там, некоторые тут. Вот как я и говорил, что некоторые уехали в одну сторону, другие в другую. Из-за этого большой толпой, конечно, долго ехать. Вот сейчас мы стремились, едем к Маске, чтобы там встретиться. Мы вас нашли! Пока я не встретил. А я думал, вы сзади вообще. Ой, аж прям настроение хорошее! Столько народу, так круто, так интересно все это. Парни, почаще выезжайте вот прям такой толпой. А кто вообще первый раз в Чернецкой едет и тут был? Я. Серег, ты первый раз тут? Да. Я дальше Батыбина вообще не ехал. Не, ну трасса прикольная там. Пострадать можно. Ебал мне все в лицо, нахуй. Это, наверное, Дэн был. Он любит так делать. Да, руку испачкал. Дэн обхерачивал всего прям. Да, за Дэном лучше не ехать, потому что за Дэном и за Тёмой. Да, блядь, это пиздец. Он сраку, я просто в ахуе. Наконец-то мы собрались, дождались всех. Едем дальше. Что за дела? Это вообще просто. Ты туда? О, блин.
Ой, ужас, с тухлецом воняет. А чё, откуда, с губы или? У тебя просто лоб в крови. А? У тебя лоб в крови. Лоб в крови? Лоб. И зубы разбил. Нет, зубы на месте. Все нормально. Губу разбил. Губу, да. Ты что, через него перелетел? У меня, если что, бинты, йод, все есть, пластырь. Ну что, доедем, если не остановим. О, Пашка упал. Упал. Пас, вставай! Еще попал отдыхать. Ебанулся немножко. У нас медицинская помощь. Ой, слушай, хорошо ты этот раздербанил так-то. Да ладно, заживет, нихуя страшно. Как будто гвоздем воткнули. Заживет. Так, пластырь надо? Не, не надо. Точно? Точно. Ну, сейчас вернется за звонок. Спасибо. Да не за что. Погнали, пацаны. Та самая железная дорога, где нас чуть поезд не сбил, когда мы переходили ее. Теперь надо быть аккуратнее. Вот мы едем вдоль железной дороги. В этот раз мы переезжать не будем. Мотоцикл, сколько народу, идем смотреть, что там парни делают. Так, привет всем, кого не видел. Денис. Встал, да? Денис. Здесь строительство? Да. О, замечательный привет. Канал, все в эндуро. Привет. Здорово, Денис. Привет. Что вы тут делаете? Мы тут делаем много. Давайте. Здорово. Давайте. Помогайте. Что делать, говори. Значит, первое, берем вот это бревно. Бревнышко. Привет, бревнышко. И тащим вот туда. Купили, чтобы они помогли завести. Это? Раз, два. О, блядь! Хера себе. Голова, блядь! Куда? О, сука. Ты живой? Леху дожало. Дожало. Еще. Теперь тело. Оно там не ёбнется? Не-не, еще есть. Сантимов на... Слушай, ну ты опасный, давай, пиздец. Давай, раз, два. Стоп, стоп. Надо, стоп. Еще? Еще. Давай. Раз, два, три. Оно здесь плохо, плохо, давайте обратно. Бля. Я знал, что...
А вас как зовут? Да, Мария. Мария, меня Денис. А вы давно катаетесь? Просто девушек редко встретишь. Ну, да. Ну как, осознанно второй год, а до этого так по лесочку потихоньку каталась. Еще пару лет. Ну и как, хорошо все получается? Да, нормально. Все, круто. Деревяшки проезжаю. Я, правда, не люблю, когда скользко, но что делать, приходится. Буранова 16 с КТМ на Ютубе и в Инстаграме. Там можно посмотреть, как я катаюсь. Хорошо, хорошо, хорошо. Денис Сумкин Эндуро, подписывайся. Хорошо. Я потом найду вас. И не до Джарвиса скажи. И не до Джарвиса, да. Наши подольные ребята. Круто. Девчонок никогда не увидишь на мотоциклах. А? Я говорю, круто, девчонок никогда не увидишь на мотоциклах. Да. Очень редко. А ты в красно-белом работаешь, да? Ты после смены поехал? Почти, да. Ты, или ты ограбил кого-то? Просто в красном. А что у вас Вильямс почем сейчас? Или Джек Дэниелс? Договоримся. Там вот, кстати, ванильный пропал, мой любимый. И в каких-то появляется. Ну, вот, когда? Человек за ванильный ответственный. Ванилька наш. Энгри. Энгри ванилька. Трусики надел на голову. Дочка. Блядь, у тебя тут красный этот, коричневый пятый. Шутку. Да, мы тут это... Подарим. От нашей наклеечку. Банды подарим тебе нашу наклеечку. Не до Джарвиса, Подольск-Троицк. Поэтому спасибо, тоже вот спасибо. Хотели бы, чтобы да. Да, ты о нас знал. Про нас, что спасибо. Подольски катаются, и это парни не доджарятся. И Троицк. Да, Троицк. Нормальная тема. Парни, этот, мы вам чуть-чуть помогли. Мы приехали спасибо кататься большое. Вообще. Давай. На вашу трассу, да. Да не за что, мы подольше бы, конечно. Спасибо. Если что, помогли. Значительно помогли. Все, давайте, удачи. А можешь еще привет не до Джарвиса передать? Привет не до Джарвиса. Спасибо. У нас этот, коллекция уже есть от Курбатова, от всех, от Фролов с нами катался. Все, давай. Лег, давай. Все, давай. Еще раз. Сюда надо другой. Ничего. Нормальный такой бывает. Так, мотобат. Первый раз на эндуро, мотобат. О, хорош. Охренеть, вы когда-нибудь перепрыгивали такие бревна? Я нет. Могли построить тут трассу с Курекина чуть-чуть. Поедем дальше кататься. Yeah.
Саша! Блядь! Больно, блядь! Помогайте быстрее! Спасибо! Спуститься, блядь, хотел! Ногу придавил, пиздец! Нормально, гад? Да! Просто придавил больно. Парни, а как трасса идет, подскажите? Бля, тяжелая трасса, пацаны. У нас пацаны. А, Макс, это ты что ли? Да. Куда нам ехать? Слушай, смотря какая у вас цель. То есть мы сейчас вот проехали, может, там пару километров. И приняли решение, что все ребята, которые с нами едут, они не проедут эту трассу. И разворачиваемся и едем в сторону дома. Ехать куда? А куда дальше ехать? Туда, но она на 20 километров. Ну там же развернуться, если что, можно. Да. А заезд где? На трассу? Вот так вот. Ну вон там? Можно там. Они в сторону дома собираются. Что, с ними? И мы с вами тогда. Хорошо. Жалко, что мы не всю трассу, конечно, проехали. Ну ничего, я уже эту трассу катал. Да, вот. Мы сейчас ездим. Жалко. Да, скатаем. Но поздновато уже, еще бензо у всех мало. И пора бы уже домой ехать. Так, едем домой. Парни укатили. Блять, ну это говно какое-то, нахуй. Ебать. Вот что, блять, с этим делать, блять? Ну ебать, сколько можно, нахуй, спать эти ебучие лапки, блять. Блять, просто спалась штука эта. Блять, это невозможно. Я 1700, блять, тратил на нее, блять, вчера, сука. На это говно ебаное. А она что, не держится? Там кроли или вот эти? Тут идет вот втулочка. Здесь. А? Короче, хорошо была запасная тема. Лапка. Поставил ее. Едем так. Там вообще все вылетело. Говно. На одно потратил 2000. На вторую 1700. Это просто шлак какой-то китайский. Какую вот мне надо поставить? Осталось помыться и домой.